Спонсор программы «Место происшествия» – «Ломбард Титан». Новый год не за горами, ты в «Ломбард Титан» спеши. За подарками для близких от своей большой души. «Ломбард Титан» – для всех и каждого. На улице Производственной камера зафиксировала ДТП и погоню за серебристой иномаркой. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На перекрестке улиц Производственной и Щерсов водитель серебристой иномарки, уходя от полицейской погони, врезался в «семерку». На повторе видно, лихач проехал на красный сигнал светофора, зацепил крыло классики, далее его занесло, и он въехал в сугроб. Впрочем, даже это не остановило нарушителя, он поехал против движения, скрылся с места ДТП, и в итоге погоня продолжилась. На улице Карла Маркса еще один лихач не рассчитал скорость и оказался на сугробе. Судя по всему, водитель белой 14-й разогнался под горку и не успел остановиться. В итоге попутные автомобили пришлось объезжать по обочине. На улице Лепси не поделили дорогу водители «Лады Калина» и «Киа Рио». Я вышла где-то в 5:20, по-моему. После конфликта на перекрестке шоферы стали друг друга подрезать. Все эти опасные маневры в конце концов закончились аварией. Да, я вижу. Чего они не поделили-то? На повороте один другого не пустил. Вы готовы к зиме? Все. Артем. На улице Производственной водитель китайского кроссовера неудачно выехал на главную дорогу. Стой! У меня все снято, если надо. Подобные ДТП происходят на этом участке дороги уже не в первый раз. Участникам движения стоит помнить, что при движении в заторе, когда видимость ограничена, необходимо снизить скорость и максимально аккуратно проезжать пересечение со второстепенными дорогами. На хлебозаводском проезде произошла похожая авария. Водитель классики не пропустил гранту. В этом случае нарушитель явно не убедился в безопасности маневра и решил проскочить. На улице проезжей автору видео пришлось применить экстренное торможение, чтобы не врезаться в иномарку Ford. Такой маневр можно расценивать как своего рода автоподставу. Учитывая скоростной режим и плотность потока на этом участке дороги, аварии чудом удалось избежать. В деревне Шутовщина камера зафиксировала легкомысленного таксиста. Видимо, нарушитель посчитал, что в деревне машины почти не ездят, поэтому можно не смотреть по сторонам. На улице Серафимовича, что в районе улиц Тимирязева, Ленина и Хлыновской, камера видеонаблюдения запечатлела вора. Судя по съемке, водитель «Лады Гранта» лифтбэк остановился на дороге, подошел к заснеженной девятке или 14-й и снял с нее дворник. С похищенным мужчина скрылся, сел в машину и уехал. Скорее всего, этот поступок он совершил из чувства мести к владельцу припаркованной «Лады». Михаил Вагин, место происшествия.